Начинаем рассказ про вылазку первую в этом году, вообще в этом сезоне, не только в этом году, на лыжах. Вот лыжи, они вмещаются в салон моего автомобиля, хотя он и не слишком большой. И приехал я вот сюда, в парк Миллениум. Вынул из багажника лыжи, вернее из салона, потому что есть салон. И вот тут уже в метре лыжня, на которую можно остановиться и ехать. Стоянка здесь бесплатная. Значит, прекрасная лыжня накатана. Вот. Происходит это вот здесь, в парке. Миллениум называется он. Так, река, конечно, не замерзла там. Сильное течение. Когда подойдем поближе, я сниму еще. Залихватский парень с шапкой на бекрень. Ну что, зима наступила настоящая. Вон там натовский пилот летит. Озеро Святого Луи, то есть Людовика. По-королевски, если. Вот, а тут втекает речка, наш ручей Бушар, который протекает в 200-300 метрах от нашего дома, где рыбы водятся. Вот это тут устье этой речечки, ручейка Бушар. Кораблей нет, навигация, хотя она круглогодична, сами понимаете, не замерзает. Немного подождите, я вот рукавицу одел. Как холодно, руки сразу деревенеют. Так, значит, я тут на таком выступе в парке Миллениум, где под снегом спрятаны, ну, своего рода компас, показывает разные части света. След от реактивного самолета, который летит куда-то от Тау. Так, что у нас есть еще интересного? Ну, виноград. Виноград, конечно, уже скукожился весь на морозе, но кое-какой еще есть. Можно нагнать стаканчик винца. Приборы для тренировки, качели там всякие. А вот еще, кстати, летит истребитель.